Сижу я такой, ищу что-нибудь по трэшу. Кстати, даже набрал кое-что. Но тут резко я наткнулся на кое-что поинтереснее. Это видео по Майнкрафту. Майнкрафт для меня родная тема, и посмотрим, как сильно она его испортила, и вообще, что, про что это видео. Давайте же посмотрим. Видео называется «Построю пиццерию». Короче, вот будет строить пиццерию. Посмотрим, какая пиццерия у нее получится. Может быть, она даже прирожденный Майнкрафтер, и я тут зря на нее гоню. Давайте же посмотрим. Ребята, все. Сейчас я включу. Где он? Профиль. Создатель. Видео. Сразу видно, человек не промах. Он даже не знает, где творческий включить. Я в предвкушении, что будет дальше. Что ты делаешь? Куда ты нажимаешь? Зачем? Итак, ребята, привет всем, с вами снова я. Кайф, с нами наконец-то на 20 секунде поздоровались. Няшка, боняшка. Боняшка, да, Бонни вот тут. Сижу и вижу, Бонни вот. Ну, это же Бонни, ну, один в один. Как видите, я уже поменялась. Как поменялось? Что именно поменялось? И да, не говорите, что у меня глаза не такие, как были. Я стала намного добрая. А еще ты стала намного кринжовая. Так как я уже не убиваю. Ура, 10-летний ребенок не убивает. Давайте радоваться. Вы сами понимаете. Сегодня мы будем строить, знаете что? Я пока что сама не знаю, но... То есть она на полном серьезе начала видео, даже не зная, что она в нем будет делать. Будем строить, как его, дом. Я скину видосик. Позже. Вчера тем, кому я не могла ответить на ваш канал, простите. Вчера тем, кому я не смогла ответить на ваш канал, так и запишем. Кстати, ребят, угадайте... Зачем ей бонусный сундук в плоском мире на творческом? Нахера она поставила бонусный сундук? Зачем? Кстати, не пропустите, сейчас будет самая интересная часть видео. Сколько у меня парней? Ну, это если не 6, то это точно. Потому что у меня не 6 парней, это реально. Кстати, да. Ура, поздравляем, у тебя меньше 6 парней. Молодец. Правда, у нормальных девушек их не больше одного, но ты все равно молодец, у тебя же их меньше 6. Ребят, почему у меня не 6? Потому что я не знаю. Если честно, я не помню. Высекаю эту фразу как народное достояние. Почему у меня не 6? А потому что я не помню. Потому что... О, ребят, у меня хвостик появился. Ребят, у меня хвостик появился. Класс, это тот скин, который я искал. Класс, это тот скин, который я искал. Ну, короче... Радайте. А сейчас я вас попрошу слушать очень внимательно. Если вы отгадаете, сколько у меня парней... то я, может, короче, тот, кто отгадает, сколько, как вы, то помнит, сколько мне вообще лет, как меня зовут. Если кто не помнит, то простите, это ваш блок. Какое ваше мнение и вообще? Обращаюсь к хейтерам. Опа, ребят, это для нас, слушаем. Я вам яйца оторву и этот ваш... Банан, если вы будете меня хейтить, задолбали, блин. То какая-то осада именно шоу Gacha Life. Мне пофиг, что вам не нравится. Я создавала, я и делала. Мое мнение. Я создавала ее, мое мнение. Что ж, ну а наше мнение, что ты просто припёзнутая шалава. И вообще, сейчас покушаю. И хлеб. Блин. Жалко, что воды нету. Да, в Майнкрафте нет воды, и пить ее тоже нельзя. Да, ты права. Сейчас это все положу. Зачем ей долбанная кирка и деревянный топор в творческом режиме? Зачем? Как раз покушала. Еще нужна воды, потому что если я мед еще поем, то еще жарко, что капец. Что ты несешь? Какая жара, какой мед? Во.
И медика. Итак, ребят, сейчас сниму. Хотя положу пока что это сюда. Зачем тогда ты это одела, если ты это сразу же снимаешь? Короче, ребят, сейчас я воды попью. Как спать хочу. Она выпила воды и сказала, что спать хочет. Как это связано? Что это такое? Короче, ребят, пока я тут... Ой, я нечаянно это выкинула. Чё? Откуда мне вторая? Ребят, черепаха сдохла. Короче, ребята, всем... Я сегодня построю домик. Ну, короче, с одного приложения сделаю... возьму дом... поставлю где-то вот туда, всегда рядом после этого сундука, короче. Сейчас я съем бочку меда. Ой, сладко. Теперь... как же мед сладкий слишком. Вы не обращайте на то, что я говорю. Она в разговорном видео говорит, не обращайте внимания на то, что я говорю. Какой же этот мир. Короче, ребятки, я вас всех люблю. И да. Вот сейчас после этих слов начался полный капец. Я не знаю. Я, конечно, понимаю, что она, скорее всего, шутит, но, по-моему, это уже слишком трэш. Я просто не понимаю. У нее серьезно какие-то психические отклонения. Не думайте то, что я за вами не наблюдаю до сих пор. Это видео я то, что я видео делала. Я правда за вами наблюдаю. Я буду смотреть, что вы делаете. Даже если вы будете проказничать, то считайте, что вас уже нет. То есть я могу смотреть. Да-да-да. Даже не думайте. Так что, ребят, всем пока. Фух, фраза «всем пока» стала лучшим в этом видео. Это еще не совсем конец. Всем удачи. Сегодня будет постройка. Так что, как-так-так. Я посмотрю, какой бы дом мне бы построить. Далее, после того, как она уже во второй раз сказала всем пока, она еще около минуты будет рассказывать никому не нужную информацию о том, какой она дом будет строить, где. Но, кстати, она не будет его строить, она просто скачает карту. Это не считается то, что она его построила. Кстати, мы так и не увидели дом, который она построила.